Привет, друзья. Не знаю, услышите ли вы меня. А я сегодня вас привела вот в обычный английский паб вечером. У нас сегодня пятница, и вот вы знаете, это самый лучший вечер, по мнению англичан. И здесь даже играет живой джаз-банд. Сейчас я вам покажу, друзья, как это все происходит здесь. Вот видите, вот. Друзья, происходит. Я не знаю, услышите ли вы меня? Вот, друзья, вот так происходят обычные... Вот такие обычные вечера. И вот это обычный английский паб вечером, друзья. Вот видите, здесь даже есть дарт у них. Сейчас я вам покажу. Это очень интересная вещь, которую очень любят англичане. Вы знаете? И вот это вот, видите, вот эти все кубки. Я думала, что мне помашут, но они не помахали ручки. Ну ладно, ничего. Я думаю, мы с вами не расстроились. Так вот, вот этот вот очень знаменитый дарт. И вот наверху вот там вот эти вот кубки, которые завоевывают они. И у них здесь целый тим команды, которые играют между пабами, вы представляете? И вот это вот так вот происходит, очень у них интересно. Вообще, конечно, если вы никогда не видели ничего подобного, вот типа вот таких вот отдыхов в английских пабах, вы будете, конечно, шокированы, друзья. Я просто хочу вам показать, что на самом деле происходит и как отдыхают англичане, друзья. Вот понимаете? Это вот, может быть, для нас это странно. Вот посмотрите, в чем они одеты. Вот некоторые даже с рюкзаками пришли. Все в основном очень-очень просто одеты. Даже нет никакой вообще проблемы. И самое... Да, вот, но они вот встречаются вот так. Они наслаждаются вот так. И они считают, что это лучшее времяпрепровождение после трудной недели. Вот это вот у них считается уикенд. Вот такой уикенд, друзья. И вот эти джаз-банды, они не всегда, не каждый день здесь играют. Нет, 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 ни в коем случае. Сейчас еще раз покажу поближе этот джаз-банд. Еще раз вам показываю вот этот замечательный джаз-банд. Видите? Мне кажется, вам может показаться, что слишком старые музыканты. Вот я пытаюсь переключать ансамбль.
Ой, конечно, куда ж нам деться без вот этого вот снукера? В каждом пабе есть вот такой вот бильярдный стол маленький. Называется снукер, по-моему, если я не ошибаюсь. И куда ж нам тут деться без него? Тут же точно так же, друзья. Они играют в снукер. Ну, это вот, видите, стойка барная, как обычно. Вот такой вот баб, понимаете, да? Самый обычный, сори. Ну вот, друзья, я вернулась на свое место. Паб небольшой, маленький, но он очень популярный. И здесь играют эти джаз-бенды. Вот это называется джаз-бенд, то есть живая музыка, да? И вот это именно в таких местах, друзья, отдыхают англичане. И вы знаете, если для вас это покажется странным, то для них это нет. Day by day, week by week, year by year, every year, it's going the same like that. Ну вот, я думаю, я не знаю, понравилось ли вам или нет, я просто вот хотела показать вам атмосферу вот этого паба, да? И, может быть, даже не такой уж и большой шум, но вот музыка, она не дает разговаривать очень сильно. Мой друг уже не утерпел. Она хочет, чтобы я заканчивала съемку. Хорошо, друзья, все, на этом я заканчиваю. Я думаю, вы поняли, как это все выглядит. Всем удачи, пока-пока.